Городской отдел земельных отношений огорошил заявлением. Теперь земельные участки будут выдаваться во временное пользование. Получить в полную и безраздельную собственность участок можно будет только спустя 2 года. И то лишь при условии, что на нем будет стоять готовый дом. За эти 2 года вы не можете его продать. За эти 2 года вы должны его освоить. То есть построить там какое-то жилье. А если не успеет человек за 2 года? Если не успеет, то, скорее всего, нами будет ставиться вопрос о возврате его госсобственности и перераспределении дальнейшим очередникам. Если раньше для того, чтобы доказать, что ты начал осваивать участок, ты должен был обнести его забором или поднять фундамент, теперь на этом месте должен вырасти дом, в котором реально можно жить. Насколько реально это сделать, наши законотворцы, похоже, не знают. Семья Дурмановых приобрела этот участок в 2007 году. Тогда же начали строиться. На дворе 2011, но дом до сих пор не закончен. Я, например, свой дом строю уже 4-й год. До сих пор не могу достроить. Даже не могу представить, сколько я еще буду строить. Большинство людей не богатые же. Не всем там раз пришел, построил там. Большинство вот этих, которые соседи, например, по 4, по 5 лет строят. Построить дом можно и за пару месяцев, были бы деньги. А если к сроку ты так и не успеешь, то придется доказывать комиссии, что освоение ты начал, но не построил дом по уважительным причинам. А способы доказательств, как известно, бывают разные. Вот и получается, с одной стороны, есть стремление к уменьшению очередности и эффективному использованию земли, а с другой, в случае необходимости, подталкиваем людей к поиску средств, и не всегда законных в том числе, договориться с членами комиссии. Стараемся сделать как лучше, а получается как всегда.